Здравствуйте! Это медийная футбольная лига. И прямо сейчас под трибунным помещением стадиона Воденцова, стадиона Центрального. Ну а состав дружины на ваших экранах. И Кинг возвращается в эту команду под 55-м номером. Я думаю, что это уже не сюрприз, но тем не менее каждый раз отмечаем, что Кинг сумел поиграть за несколько команд в этом году и уже во второй раз возвращается в дружину. Состав чисто Питера. Анатолий Тимощук, капитан команды. Не знаю, будет ли он зажигать в кругу. Сейчас выясним, но здесь есть и другие ребята, которые готовы, если что, поговорить. И Анатолий Тимощук далеко не единственный. Вот, например, Алексей Гасилин по прозвищу Газ Голдер. Ну и мне кажется, что один из ветеранов команды тоже мог бы сказать несколько важных слов. Например, Александр Йоркин. В общем, узнаем, кто именно зажжет. И этот нападающий, который, кстати, обрел МФЛ, забивалось неизменно 6 мячей. Только если... А пока выход к воротам, это опасно. И в самый последний момент удается выбить мяч на угловой. Выскакивал к воротам Алексей Гасилин. И вы видели, что Сергей Яшин вот 36-м номером у кого-то эту футболку отжал. И его фамилия выполнена весьма оригинально. Отдает оранжевым. И всегда так было на всех матчах Одинцова. Пусть это будет Orange Stadium, с вашего позволения. Другим своим коллегам. Подача. На дальнюю вот скидка. Опасно. Это было очень неплохо. Вышедший на замену солнце мешает определить, кто именно, но, по-моему, это кинул поле, а вместо него появились другие люди. Ой, какая ошибка! Амату ошибается, выход к воротам, это опасно, важно сохранять равновесие и, конечно же, не упустить шанса. Но шанс упущен, причем не удалось. Отличный момент, но Владимир Дидюн, 55-й номер Дидюн, да, под 51-м, под 70-м номером Евгений Дроздов в центре нападения. Может быть, он что-нибудь придумает. Вот здесь как раз его и не хватило. К тому, что команда исключительно прагматичная. И счет 1-0 вполне возможно их устроит. И он будет. Ох, какой классный проход и передача налево. Вот это очень опасно. Можно бить. Удар. И вот, пожалуйста, в этом забеге он проиграл защитнику дружины. Здесь тоже пробил поворотом. И так заканчивается первый тайм. Дроздов, например, вышел на замену. Подача. Важно зацепиться за мяч. Удар. И выручает команду Виталий Ушаков. Заяц пробил. Зените отвечает за стандартное положение, за придумки разнообразных розыгрышей. И сейчас тоже пока Анатолий примиряется. Так. В итоге пас вместо удара. И Питер пропускает первый мяч в медиалиге на групповом этапе. А дружина совершенно неожиданно забивает свой гол. Тоже первый. 1-0. И 1-0. Давайте смотреть. Вот, в момент паса положения вне игры нет. Верховое единоборство выиграно. Второй темп. И дальше тоже нет офсайда. Счет становится 1-0. И вот эта пауза, она была ключевой. Вадим Цай делает передачу Валерию Манько. И легенда подтверждает свой никнейм голом 1-0. Голевая передача Цая. И гол Манько. Вот эта пауза. Мягенько, едва заметно, но достаточно, чтобы подгадать. Футболисты ЧП отбирают мяч. Ну а дальше передача. Это очень опасно. Выход к воротам. Амаду и Ушаков забирает мяч. Полыхает. Нет, в том-то и дело. Когда мы обсуждаем планы, они абсолютно спокойные. Да, Егор, хорошо, Егор. А что если так, Егор? А давайте вот так сделаем. Мы просто, мы дружим, помимо. Ой, елки-палки, ну.
Нет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Отбил, не видел я. Я смотрел на поле. Находишься в форме, в тонусе. Дело в том, что у меня только что сегодня днем был спектакль. Там тоже были достаточно тяжелые физические нагрузки. Плюс после этого еще была встреча там на ВДНХ с такая лекция своего рода. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Жина играет против красного мяча и против 12 человек из Петербурга. Удар поворотом. И какой момент сумасшедший! Упускают петербуржцы угловой удар за 46 секунд до конца. И моментище. Заяц подавал удар. И вот угловой продолжит атаку. Очень, очень опасно, хотя казалось бы. Отскок, удар через себя! Немыслимо! Но мяч с линии ворот выбивают полевые игроки. Ждать столько времени, чтобы увидеть такую концовку. Смотрите, пустой угол, и там Багдасар просто выручает дружину. Мяч остается у ЧП. Хороший контроль. Тимощук очень высоко, но может помочь, потому что отскоки все еще петербургский. Удар! И Амаду на угловой. 13 секунд с чистым временем. Чисто Питер подает. Удар! Тимощук, еще удар! Падение и 6 секунд до конца красного мяча и лишнего игрока. Не до конца, потому что для того, чтобы был использован до конца, нужно выбить мяч в аут. Но дружина бьет на чужую половину поля. И здесь важно выиграть единоборство. А это не так просто. Игроки дружины пытаются зацепиться за мяч. И что скажет арбитр? Еще один момент. Заяц пытается придумать, он уже переместился справа налево. Подача опасна! И снова Ушаков хорош. Напомню, они ведут 1-0 благодаря голу Манько. Подача, удар, гол, 2-0! Вот и все! Оранжевый мяч отыгран. Защитник Антон Кушнирук добывает для дружины второй мяч. Смотрите, какой навес и как здорово Кушнирук выпрыгнул. Просто поднялся в воздух, чтобы кивнуть в сторону ворот. Это шикарный мяч. Он абсолютно один перемещался по вратарской. И потом даже выпрыгивал без сопротивления. То есть рядом с ним даже игрока не было. До следующего был метр. Настоящий игрок. Это может быть атака. Вот сейчас опасно. Питер. Перевод направо. И очень плохой удар. Но добивание может получиться. На этот матч, то может быть засчитано техническое поражение. Девятого номера. Вот еще раз. В моем, то его как раз-таки в протокол внесли. Он под 33-м номером. Все сделал, но тебя видел, он и поджимает все. Да, да. Нарушение правил Цветков на газоне. Он снова сталкивается с соперником, но это настолько жестко, что желтая карточка Манько обязательно должна быть показана. И здесь почти как Де Йонг прыгнул в грудь Хави Алонсо. Ну, вряд ли прям на красную. Там не совсем то же самое. Ударил человека. Но вот так, удар в грудь ногой. Не прикалывайся. Вот я правила знаю. Иди красный, дай меня. Он извиняется перед тобой. Он извиняется. Езжай в Питер. Пожалуйста. Так ты взяли, Влад. А мы с удовольствием приехали. Да, да. Попросили. Нам здесь летний матч поставили. Что ты станешь, провоцируешь? Ты один всем спорим. Извиниться, подошел, блин. Все, не ваше дело, отходите. Все, отходим, вы отходите. Все, вы отходите. А я извинялся. Ну, а вот и момент, когда мяч в грудь попал. Красная карточка. Продавливание есть отсюда. А для Данила остается красная? В любом случае, да? Ну что ж, два удаления за одну секунду. Это решение Ильи Тришина. Железобетонное удаление и здесь, и здесь. Два важных игрока для одной команды и для другой удалены и следующий тур пропускают. И при том, что в на этом видео матче, по-другому смотрится вообще, да, вообще. Никакого особенного вот ты не оставляешь, я тоже. Валерий Манько вообще казал, что первого так, забитого на видео мяча. Пиздец, да, да. И один из ключевых игроков дружины здесь. Вот сюда идем, пожалуйста. Было все очевидно. Вдруг идеально порекламировала банк. Удар поворотом, ух ты! А это уже козырь.
Это удар выше ворот. Но на этом стадионе было забито очень много красивых мячей. И этот был бы в копилке. Ушаков красиво прыгнул, забыв о том, что у него болит плечо. Отличный удар, но... И все. 2-0. Дружина одерживает совершенно неожиданную изначально победу над чисто Питером. При том, что у Питера было преимущество и в 12-м игроке, и одновременно они брали еще и оранжевый мяч. Не помогло ни то, ни другое. Голевая передача Вадима Цая все определила. И от этого пошли голы и дальше. Легенда Валерий Манько, который голу приплюсовал и красную карточку, и прыжок Антона Кушнирука, или просто Куша, после замечательной подачи Акима. Это два забитых дружиной мяча.